Плата за электричество, тепло и воду станет меньше в городе недалекого будущего. Энергосберегающие дома учат строить уже сегодня. В Юго-Западном университете прошла конференция Центрального регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук. Школа почти на 1000 мест с собственным кинозалом и теплицей. Пока это только курсовой проект. Не исключено, завтра такая вырастет в одном из микрорайонов Курска. Ежегодно ИСГУ выпускает молодые кадры по 9 строительным специальностям. Ведется научная работа. Прежде всего, это создание рациональных, энергоресурсоэффективных, конструктивных систем жилых, общественных зданий. Второе направление – это энергосбережение. Это системы рационального водопользования, в том числе на Курской атомной станции, которые позволили внедрить нам ряд инновационных технологий водосбережения, водоподготовки. Опыт факультета и привлек специалистов Российской академии архитектуры. Со студентами они обсудили перспективы отрасли, современные материалы, технологии. Говорили на равных. В Курске начали готовить профессионалов в строительстве уникальных зданий и сооружений. С приездом академика РАС на должность заведующего кафедры, конечно, мы обдумали эту специальность открыть, развить. И уже даже сейчас в настоящее время нашему региону выделено 11 бюджетных мест на это направление подготовки. Был факультет, факультет строительный, там что-то такое. А сегодня фактически это институт строительства архитектуры в стенах университета. С трудоустройством выпускников проблем возникнуть не должно. Анализ рынка труда говорит о необходимости таких специалистов. Наталья Выдрина, Сергей Малеев, Вести Курск.